влияние. Да, я думаю, на всех хватит. Главное не лизать. Язык может прилипнуть. Иногда будет очень сложно объяснить, почему вы здесь заночевали. То есть Новый год мы встретим здесь, в сладости. Ну что, вручайте медаль. Девушки, как договорились, вы бьете. Не хотите? И почему я? Конечно, страшно говорить такое, но вот как это, папины дочки против Воронина, да, у нас получается, а, ребята? Попробуйте, да, битвуйте. Что? У вас следующий молоток, да, вы считаете? А скажите, мы прям должны вот в любом месте начинать. А где вам нравится? Хотите, давайте напротив звезды, прям идите сюда, идите сюда. Чтобы дети видели. Раз, два, три, и мы... Давайте посчитаем. На счет три мы начинаем разделывать эту грандиозную карамель. Давайте, друзья, все вместе. Раз! Что такое? А что-то, знаете, у папиных дочек-то побольше отверстий будет. Давайте, ребят, отойдите чуть-чуть, потому что... Слушайте, я впервые под карамельным дождем. Раз. Вот так. О, все, разговор. Что, ребят, может попробовать угоститься уже? Кому по кусочку? Ребят, все попробовали. Замерили длину, замерили толщину. Теперь как на вкус. Ну что, попробовали? Вкусно, ребят? А? Еще хотите? Хватит на всех. Ну что, может, откулим еще пару кусочков? Попробуем. Давайте еще раз на счет три. Раз, два. Надо было, знал бы, пришел в противогазе. Это кому как? Это вам. Это гонорар. Спасибо, что приехали. Забирайте. Вы знаете, как профессионально у вас получается? Вы со стройки? Гениально просто. Я долго тренировал. Ну, кстати, замена, рука профессионала видна. Посмотрите, что происходит. А издалека похоже на сыр, кстати, да? На вкус вообще не сыр. Еще похоже на такая была паста зубная, сигнал. В 1814-м, извините. Не знаю, сколько лет. Да понимаю. Давайте. Строит что-то, лепит, потом пришли люди с молотками. Раз, два, и все счастливы, главное, да? Самое лучшее разрушение. Нет, как хотите. Хотите, оставайтесь здесь, завтра придем, вас сменим. Как раз 15 метров 60 сантиметров, сами понимаете, надо ума довести. Ребят, кстати, в один день не разбиться надо. Ну? Алексей, вы попробовали? Так, Алексей Свистунов, человек, который, так сказать, дал имя этой карамели в цифрах, ребят. Что, Алексей, видно луну сквозь нее? Пахнет? Так. Ну, вот сейчас будет исходить. А кстати, красная по вкусу от белой отличается? Да. Красная. Он, видишь, сейчас будет исходить. Желтоватая. Ребята, ну вы попробовали карамель, все, вы довольны? Понравилось? Ну знаете, наши звезды пришли сегодня не с пустыми руками. У них для вас есть подарки. И если вы готовы свои подарки получить, просто крикните «Я!». Подарки от звезд сериала «Воронины» и «Папины дочки», детям из детского дома номер 71. Давайте похлопаем, ребята. С наступающим вас Новым годом, забирайте, это все вам. Вот, сейчас включать будет.
Ну и пока у нас идет эта процедура, все уже потихоньку разделывают. Друзья, можете не торопиться. Мне кажется, здесь хватит на всех. Подходите потихоньку. Всем дадим попробовать, да? Да-да-да, вот. Ребята говорят, всем дадут попробовать. Подъезжайте к нам. Гигантская карамель готова. А еще... Готовы наши очередные гости сегодня для